Белорус Игорь Бокий завоевал 6 золотых наград на чемпионате Европы по плаванию среди паралимпийцев в Португалии. Чемпион выиграл финальные заплывы на 50 и 100 метров вольным стилем, 100 метров на спине и баттерфляем, 200 метров комплексным плаванием и 400 метров вольным стилем. Также Бокий стал бронзовым призером на дистанции 100 метров брасом. К слову, всего на счету белорусской команды 10 наград и 6-е общекомандное место.